Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня есть вопрос. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, я не знаю. Тогда разговора не будет. Я не разговариваю, когда таятся люди. Все тогда. До свидания. Да? Ну, конечно. У нас записывается все. У нас тайны никакой нету. Это правило. Вы зашли, заранее написали, я вам скинул условия. У нас все записывается, выставляется в интернет. Я спрашиваю, вы не против? Не против, продолжаем разговор. Против, разговор закончен. А это все в YouTube, что ли? Все в YouTube. А вы еще страшитесь, вы же не преступник, зачем эту тайну нагонять? Я же стою открыто перед вами. Не знаю, может кто увидит, просто стыдно. Ну тогда все, не созрели для беседы, до свидания. Все, ухудшайте. Один вопрос можно? Зачем? Когда выставляется? Вы не дали согласия, а мне зачем неприятности зарабатывать? Ну почему неприятности? Ну как же так? Вы не согласны, а я вас буду записывать. И мне зачем это нужно? Ну, не знаю. Торговаться будем или что? Ну, у меня времени абсолютно нету. Если беседовать, значит, даете согласие, что никакого отношения вы не имеете к моим записям. Вы записываете, я вас не спрашиваю. Я записываю. И вы не против. У меня все записывается. Ну ладно. Что ладно? Вы прямо скажите, вы не против записи, что она выставляется в интернете? Я против. Не надо. Все, тогда до свидания. До свидания.